что? Раз, два, три, и все готово. Я не доктор, конечно, но вот табуреточку-то вылечил. Теперь можно будет на нее сесть. Вот так. Енотыч! Енотыч! Здравствуй! Здравствуй, Шунечка. Ну как, хорошо? Ничего хорошего. А что случилось, Шунечка? Кошки по небу летают. Ну да, а птицы под водой шныряют, так, да? Енотыч, да я на самом деле сейчас слышала, как в небе кто-то мяукал. В небе? Угу. Мяукал? Да, да так, как будто этой кошке на хвост наступили. Да, про крылатых кошек я что-то не слыхивал. И я. А я с ними знакома. Неужели вы встречались? С летающими кошками. А вот, пожалуйте, в деревню Загадкино, все расскажу и ничего не утаю. Пожалуй. Вот, Шунечка, скоро все и выяснится. Мне прям не терпится узнать эту тайну. Раз, два, три, четыре, пять. Мы в Загадкино опять. Здравствуй, тетушка Федора. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, касатики. Расскажите скорее про кошек в небе, да. А вот куда ты торопишься, скажи. Я тороплюсь. Да, мы с Шунечкой торопимся разгадать ваши загадки. Ой, ну и сообразительный вы, енот. А какая первая загадка? А первая летающая загадка такая. А почему летающая? Ну, сейчас поймем. Окраска черноватая, крикунья хрипловатая. Кто это? Ну, есть у меня как бы догадка, но... Бабушка Федора, да. Нам нужна подсказка. Пожалуйста. Все блестящие вещицы очень любят эти птицы. А не сорока ли это? Они все блестящее к себе в гнездо несут. Ну, это верно, конечно. Только это не сорока. Ой. Тогда нужна еще подсказка. Кружит стая 20 пар. Дружно все кричат: кар, кар. Кар, кар, да это же вороны. Молодец, Шунечка, именно так. Вот. Да, они любят летать стаями. Вот, хорошо. Ну что ж, а теперь отгадайте. О, кто это? Прилетел в резной дворец звонкий в крапинку певец. А какие же птицы во дворцах живут? Что-то я про таких не слыхивал. Ну ладно, и слышал, енот, и видел. А вот послушайте, домик этот без крыльца. А вот для какого он жильца? Дворец без крыльца? Совсем непонятно. Ну, касатики, сейчас точно угадаете. На березе дворец, на дворце певец. А зовут его... Скворец! Молодцы, касатики, угадали. Да вроде как и загадка была несложная. И сам не знаю, что это мы так долго думали. Но мы справимся. Я вот сейчас посмотрю. Слушайте загадочку. Вертится, стрекочет, весь день хлопочет. Ой, думайте. Весь день хлопочет? По хозяйству это наш енотыч. Да разве я стрекотать-то умею? Да загадка-то это не про енотча. Вот вам подсказочка. Черная заплатка, белая заплатка. По березе скачет. Вся в заплатках. Бедняжка. Да не бедная птичка вовсе. Она как береза, черно-белая. А вот еще послушайте. Непоседа пестрая, длиннохвостая. Птица говорливая, самая болтливая. Ну, всем известно, самая болтливая в лесу сорока. Я тоже сразу догадалась. Молодцы. Это действительно сорока. Ой, ну что, не устали загадки-то отгадывать? Нет, не устали. Да, мы еще можем хоть 100 загадок разгадать. Только, бабушка Федора, очень хочется узнать, ну кто же это в облаках мяукал? Ой, а у вас-то вот какие соображения? Ну вот, я думаю, это птица, которая может подражать чужим голосам.
А почему? Ну, все птицы из загадок, и сорока, и скворец, и ворона, все они умеют подражать чужим голосам. Енот, енот, чувас ума палата. И это точно. Только вот мяукающих птиц я до сих пор не слышал. А вот ее портретик, полюбуйтесь. Да это же Иволга. Она самая. Ой, если рассердится, то замяукает, как кошка. Вот поэтому никого сердить не надо. Подождите. Слышите? Слышите, как она поет? Нет. Нет? Нет. Ну ладно, ладно, тогда во двор выйдем, там слышнее. А сейчас пора с ребятами прощаться. До свидания, мальчики и девочки. Всего доброго, ребятушки. До встречи в деревне Загадкино. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи.